Как известно, донорская кровь необходима для многих больных. Порой она нужна, времени на ее поиски нет. Врачи призывают сдавать кровь, чтобы всегда был запас для экстренных случаев. Ежедневно на республиканскую станцию переливания крови приходят доноры и те, кто просто решил помочь нуждающимся. Сегодня 100 сотрудников МЧС из Чебоксар и Чебоксарского района пришли сюда, чтобы сдать кровь. Три раза в год они принимают участие в подобной акции. И что самое главное, они делают это безвозмездно на добровольной основе. МЧС призван оказывать благотворительную помощь, бескорыстное оказание помощи для населения. В связи с этим и частичка нашей крови будет тоже помощью для населения. Постоянными участниками таких акций становятся не только сотрудники МЧС. Часто приходят студенты, утверждают сотрудники станции. Кто однажды сдал кровь, начинает делать это постоянно. Особенно ценны те доноры, у кого редкая группа крови. Михаил Деметьев, Сергей Рябчиков, Республика.